Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и вот битву титанов, как вы знаете, я 28-29, у меня уже 30, по-моему, было очков набрал еще несколько дней назад, у меня там было 6 дней в запасе. Ну, кстати, вот, допустим, день или два назад у меня было закрыто, был какой-то глюк, короче, но сейчас у нас все открыто, у нас есть 2 дня еще, ну, хотя 3 дня, правда, не знаю, это 3 дня до того, чтобы пройти это все дело, и потом она исчезнет, либо потом 3 дня... И потом еще нам дадут время на прохождение. Короче, фиг его знает. Но суть в чем, у нас 5 битв. И здесь довольно, короче, крутые диносы. То есть они, благо, что обычного уровня. И в кои веки у нас есть возможность сразиться с 3 птерозаврами. Естественно, кого нужно брать? Нужно брать обычных. Травоядных, в смысле, обычных травоядных. Я ищу анкилоса, пожалуй. Где наш анкилодок? Мне вот хочется просто его взять. Хотя, наверное, мы его не будем брать. Так, анкел. А, нет, анкела не... Апатозавра я ищу. Чё вы мне тут с толку сбиваете? Апатозавра я ищу. Думаю, у кого ж тут у нас житла-то побольше? Не атаковать здоровье. А, не в ту сторону. Во. Здоровье. Вот апатозавр. Теперь давайте поатаковать. А, это идиотская система. Не нравится она мне, не нравится. Так. Потом пойдет Сигнозух и... И кого еще возьмем? И Уламбия. Я думаю, наваляем. У них же житла нет немного. Разберем как тузик тряпку. Так, ну у нас здесь 5 битв, не факт, что мы сможем пройти все 5 битв именно за одну серию. Возможно, придется нам это снять, ну как бы там 4-й, 5-й бой, может, не хватит просто нам диносов. Ну, первый бой пока что меня обнадеживает, что у нас может все получиться. Да, мне часто спрашивают в комментариях, почему я не трачу доллары, ребята. Я не трачу доллары именно потому, что у меня есть доллары. Если бы я их тратил, у меня было бы 0. А так вот я не трачу, и вы мне постоянно пишете, что там я их где-то там набрал. Я их набрал за 2 года, потому что я их не трачу. Потому они у меня есть. А тот, кто тратит, ну того их нет. Потому я очень экономно отношусь к долларам. Ну и к, в общем-то, ко всем видам валюты, в том числе игровой. Ай ты, ё-моё. Заболтался тут с вами. Надо было не в щит ставить. А не пробьет. Но один балл у него еще остался, да? Остался, да. Раз-два, раз-два, раз-два. Ну это да, это изи-катка. Изи каточка получилась. Ну так, ах, для разминки. Так, 1 балл у него остался, но Сигнозух это вообще... Фу, вообще легкотня. А чё я взял? Я ж и Аламбию брал. Блин, промахнулся, взял. Кого я взял? Ну, тут, в общем-то, по барабану. Да. Все нормально, хуй, я думал опять. Опять что-то не то сделал, но нет, все в порядке. Все в порядке. Ну давай, Эудиморфодон. Сигнозух тебя сожрет. Было бы прикольно, да, если бы он сейчас меня завалил, и, короче, я бы его не смог в амфибии какой-то пробить. Если бы я промахнулся, я взял кого-то совсем слабого. Ну, это было легкотня. Если у нас еще будут такие бои, это, конечно, классно. Главное, чтобы не было... Кого не было? Амфибий. Не было, чтобы несколько боев там с амфибием. 3 амфибии мощных. Это будет печально. Ну, как бы, на самом деле, не так печально. Все-таки здесь у нас должны быть все обыкновенного уровня, да? Вот вам те, вот вам на те амфибии. Так, птеродактиль, индоминус и птеродаустро. Желательно, конечно, птеродактиля не потерять бы. Хотя нет, можно терять.
Кстати, Радаустр один должен справиться. Вот тебе на. Ха-ха-ха. Он решил нам легко отдаться. То есть это получится легкая прогулка в виде 5 боёв, ребята. Угу. Ты уже и забыл, мы так давно прошли в другом аккаунте это все дело, что... Так, вот это было нечестно. Вообще было нечестно. Кто согласен, ставим лайк. Он вот четко проатаковал на... А, нет, все честно. У него больше просто не было. Я уж так думал, что у него уже 3 балла было. Нет, еще не давалось 3 балла. Это хорошо. Десяточку и Оламбия нас пробила. Балл тоже себе сохранила, но нам нужно всего лишь 2 балла. Так что мы легко здесь справляемся. Если нам попадутся 3 травоядных, я возьму одного индораптора. Так, ну вообще, изи-катка. Изи-катка идет у нас все. Изи-бизи, изи-бизи-физи. Так. Ну давайте возьмем, хочу крутозавра. Возьмем крутозавра. Он подменится, конечно же. Кто нас будет их дамажить? Ну можно индоминуса взять. Индоминуса метриакантозавра. Этого, мне кажется, будет более чем достаточно. Не шибко сильные ребята, но можно атаковать. Ну, это, в общем, тогда хороший, ребята, турнир. То есть его могут пройти большинство. Это хорошо. Когда разработчики не загибаются, как там был этот бой с редкими, которых просто физически нельзя выполнить. Победите травоядными одного, фиг знает какого уровня хищника. Тупо нереально было. Ну, 3 просто, я не помню, остался у него балл или нет. Когда болтаешь, ребята, вот, и записываешь, очень все становится сложнее, чем когда ты просто играешь, либо смотришь видео. Об этом многие из вас забывают, что пишут. А, вот у тебя там было, ты там что-то не заметил, ты, или ты там неправильно посчитал. Я посмотрю, если вас посадить на запись, то многие из вас начнут ошибаться. Так что, это нормально, ребята. Я тоже такой умный, когда смотрю чьи-то чужие видео, тоже там замечаешь и думаешь, как это он мог не заметить. А вот так вот легко можно не заметить, если ты занят разговорами там и записью видео. Вот это было неприкольно, акроконтозавр. Долго ты так будешь сидеть, мой дорогой? Ну все, победа. Реально, он как будто бы запаялся. Так, ну и мелочевочка. Мелочевочка. Да. Это было шедеврально, целых 2. Давайте выпустим нашего редкого зверя, которого я и редко беру. Метриакантозавр. Да, он абсолютно выглядит не так, как выглядит в... Jurassic World Evolution. Хотя, нет, есть черты схожие, есть, если взять там 20-30 уровень. Так, это третий бой. В общем-то, все легко тогда у нас идет. Можно ответственно заявлять, что мы справимся на все 5 боев. Сложность противников не растет. Так, и давайте еще столкнемся, так сказать. Кто у нас здесь идет? Вот, допустим, взять индораптора. И для подстраховки еще кого-то.
Вот такого можно взять индораптора. Два индораптора справятся, как вы думаете? Давайте попробуем. Ну, а ему некуда деваться, нам надо было не атаковать. Ну, это он глупо сделал. Я-то думал, он сейчас прибережет, мне придется много баллов потратить. Но нет. Ну, сейчас он-то должен подмениться будет на птерозавра. Ну, два балла, подменяйся. Молодец. О, так он еще меня проатакует сейчас. Нет! Раз, два, три. До свидания. Ну, за один не хватало, жалко, да? 2600. Всего лишь 10-й индораптор. В принципе, если бы я поставил в защиту этот балл, я бы точно выжил. А так, 3... Да, я тоже, наверное, выживу. Ну, смотрим. Да, 1-10-й индораптор. Разобрался со всеми. Прикольно. И последний бой, блин, вообще легкая прогулка оказалась. Так, конковинатор. Я только за. Возьмем конковинатора. Раджастегу и Юдона такого. Давайте. Такая экзотическая у нас получилась троица. Даже не хочется брать. Так, ух ты ё. Есть один косячок. Он больно бьет, и он не выдерживает два своих собственных удара даже. Вот я о чем. Это было неприкольно. Но у нас есть Раджастега, который бьет точно так же, но имеет больше жизни. Это было прикольно. Ну такой, интересный конковинатор, так как офиакодончик практически. Очень сильный удар, но небольшое количество жизни. Двушечка атакует на двушечку. Ну, Раджастеге по барабану. 400, прикиньте, не пробивает за два кракантозавра. Ну, а кракантозавр ближе к Раджастеге по силе, конковинатор послабее. Слишком мало жизни у него было. 3-3-3. А как же было больно. Ну и на тебе все 5 от Юдона. Вообще на одном дыхании даже не пришлось брать сильных динозавров каких-то. Очень порадовал меня этот турнир. И мы получаем Траадона. Ну, а на этом, ребятки, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. И отпишитесь, если вы тоже прошли этот турнир. Как он вам был, сложно или не очень? Всем пока.